Таразе в выходные дни состоялся дебатный гранд-турнир «Алаш Кап», посвященный Дню Республики. В мероприятии приняли участие более сотни спикеров со всей области. Турнир проходил в 4 лигах. Основными лигами являются высшая и школьная, а также второстепенная – это молодежная и Лига регионов. Отметим, что турнир организовало областное управление по вопросам молодежной политики. Главным судьей турнира стал председатель проектного штаба дебатного движения Жамбулской области Дархан Омербеков. Команды победителей соревнований были награждены денежными призами и сертификатами. Лучшими спикерами школы и высшей лиги стали Нурбулат Алихан и Умиргали Айсултан. Такие дебатные соревнования являются очень важными для молодежи. Они развивают их критическое мышление. В турнире приняли участие талантливые школьники Жамбылской области, более 100 спикеров. Подобный гранд-турнир впервые проводится на республиканском уровне.